появилась ли у вас вода? Самый главный вопрос. Да, появилась, да. Спасибо вам большое. Ждали мы ее очень пока долго. Пока появилась, да, потом. Дождались. Очень долго для жителей дома номер 60 по улице Красной это порядка 15 лет. Обычно, по словам местных, горячая вода пропадала с завершением отопительного сезона. В октябре 2021-го здесь появилась модульная котельная, но она работала только на отопление. Маленькая раздача воды идет по дому, и поэтому котел нет. Нет котла для горячего водоснабжения, есть котел для отопления данного дома. Поэтому при малой раздаче воды он просто отключается, и поэтому есть проблемы с этим. На сегодняшний день по поручению Алексея Борисовича Смирнова и по договоренности с жилкомхозом данная проблема решена. У нас долго не было воды. Мы решили обратиться к Алексею Борисовичу Смирнову. И он нам очень помог, мы благодарны. Быстро, очень своевременно он нам помог, и у нас теперь есть вода. И горячая, и холодная. Мы довольны. Покажите, пожалуйста. Вот мы моем огурчики. Делаем салатики. Мы благодарны. Работают и над устранением проблемы с холодной водой. Есть перебои в подаче и жалобы на слабый напор. Активно решать вопрос начали 15 июля. Мы заменили скважинный насос на артезианской скважине, которые подают воду населения. Во вторник, 16-го, также мы устранили пары водопровода на центральной системе магистрали, из-за которого была очень большая потеря воды. То есть и население страдало. Но это планы на короткий срок. В более длительной перспективе бурение дополнительных скважин и капремонт. А в следующем году в Щегровском районе должны реконструировать 3 скважины центрального водозабора по федеральной программе «Чистая вода» тематического нацпроекта. Елена Евтюхова, Екатерина Илюхина, Геннадий Воробьев. События дня.